Подожди. О! Алло! В смысле? Ты так рядом сидела? О! Дурачок этот бежит. Бежит дурачок, смотри. На, иди сейчас. Я тебя сейчас сбросил. Да ё-моё, чё так долго? Всё, готов. Книга для начинающих стрелков. Где? Используем. Да, Дуда, плей. Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Walking Zombie. И у нас мэр дал задание избавиться от трупа, представляете? Избавиться от трупа. Карта сокровищ и труп. Давай идем. Избавляемся от трупа. Посмотрим. Он, этот, мне этот говорит, короче, мэр, типа, ты не задавай лишних вопросов. Просто надо избавиться от трупа. А чё, почему я на такой машинке приехал? А, вот он, труп. Так, уничтожьте прибывающую орду зомби. А, положите тело на кровать, избавьтесь от трупа. Подожди, а где у нас труп? Трупа нет у нас в руке. Подожди. О, алло, в смысле? Ты так рядом сидела? О, дурачок этот бежит. Бежит дурачок, смотри. На, иди сюда. Да ё-моё, чё так долго? Всё, готов. Книга для начинающих стрелков. Где? Используем. Огнестрельное оружие добавляет нам. Вот, сейчас зомбачков этих. Раз, два, три. А чё за дорога такая? А, туда я пройти не могу. Сейчас, пока эти зомбаков сейчас всё пробьют. Ой-ой-ой-ой, что так близко-то подошел? Давай здесь. Полисмена. Вот этого. Сейчас всех зафигачу. А тут кладбище какое-то, смотри, эти горят. Огонечки. Может его надо похоронить просто? Этот труп. Положите тело на кровать. На какую кровать? Блин, а если какой-нибудь там жертвоприношение, будет кровать какая-нибудь, знаешь? Мы же где-то здесь были. Ух ты, пески, их двое, есть одна. Угу. Сейчас, подожди. Ух ты, есть вторая. Да тут, смотри, зомбаков сколько, в смысле, алло. Мне никто не говорил, что здесь будет столько много зомбаков. Говорит, просто избавься от трупа. Ага, просто. Да, возьми просто, возьми и избавься. Так, давайте это, сейчас будет фейерверк, ребята. Все. Сейчас быстренько положим труп. А как, на какую кровать? Это же лодка. Все, найдите большой камень и найдите веревку. Хорошо. А, вот здесь, в этом месте мне искать веревку и камень. Хорошо. Ну вот камень лежит рядышком. Вот он камень. Есть. Да, он тяжелый. Так, вон, смотри, пёска опять бежит. Раз. Два. Готово. Перезарядочка. А веревка. А что, я должен с камнем, что ли, ходить? Тут зомбаков куча. Интересно, я должен с камнем идти и веревку искать. Камень таскать большой тяжелый. Так, сейчас мы всех вас перефигачим. Потихонечку, подожди. Подожди. Есть, готов. Идем дальше, смотрим, что здесь у нас. О, зомбачье. А вы что сидели здесь? Почему вы не вышли сразу? Долго перезаряжать, капец. Все, готово. Что здесь? А, ну здесь ничего интересного нет. Я же здесь был. Это просто выход на улицу. А, вот здесь где-то надо. Ух ты, сейф есть. Я сразу же пойду его открывать. Хорошо. Раз. Ах ты, ё-моё. Два. Три. Четыре. Пять. Хорошо, открыли. Патроны. А, вот монетки, хорошо. Монетки мне нужны. Бабы не особо.
А, нифига, смотри. Ух ты. Оно и здесь. Ох, я думал, будет взрыв какой-нибудь, мало ли. Книжка и черепушка. А здесь веревка и бутылка, бутылочка с газировкой. Хорошо. А здесь, в принципе, ничего интересного нет. Ладно, спускаемся вниз. Ох ты! Тихо-т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 ихо
и думал. Они с этой стороны вышли. Их очень много, смотри. Вон, целая толпа. Мы сейчас их сюда на фейерверк позовем. Так, ты давай, Синак, не спеши. Все, пока сейчас все зомбаки соберутся. Ты, бабища, давай, ты чё, алло? На тебе в бошку. Иди быстрее. Ты тоже давай, иди. Все, все идем сюда, на бочку. Будем сейчас, сейчас будет фейерверк, ребята. Есть. Есть, фейерверк был хорошо исполнен. Так что. Вот, давай, используем. Вот так хорошо. А, и что делать? Проплывите на лодке до середины озера. Хорошо. Я еще на лодке не плавал. Ух ты, использовать. Все. А как использовать? Все нормально, плывем же, да? Все. Так, левее, правее. Подожди. Во. Плывем, плывем. Плывется же, да? Все нормально, да, плывется. А сбросите тело в воду. Да, озеро, конечно, озеро. Это не озеро, это какая-то речушка. Это лужа какая-то, ладно. До свидания. Все, миссия завершена. Все, теперь можно вернуться в город. Хорошо. Так, а у нас тут до карты сокровищ сколько? Ехать. 7,5 литров и здесь 7 литров. В принципе, без разницы. Едем в центр. Едем в центр. Так, идем до мэра. Что он мне там хочет сказать? Мы выполнили его грязную работенку. Грязную работенку такую сделали. Так, все выполнил. Так, все, денег ты мне дал, сколько-то я не увидел. Ладно. Ты должен завершить сделку с бандитами. А для моей стены требуются строительные материалы. Найти Джулиани и передай ему деньги. Джулиани? Какое интересное имя. I will build a great, great я построю большую-пребольшую стену. Will pay for it. И зомби заплатят за это. Trust me, friend. Поверь мне, дружище, это они еще не присылают нам свою элиту. Стена решит все проблемы. Зомби, бандиты, нищебродами, стариками и уродцами. Okay. Ладно, это ваш город, господин мэр. Вот именно, а благодаря стене он станет моим навсегда. Хорошо, а что я должен сделать? Для начала добудем материалы у бандитов. Ух ты, интересное продолжение-то, а? Добудем материалы у бандитов. И что дальше? Он мне дал какое-нибудь задание или нет? Ага, у меня тут в рюкзаке есть кое-что продать. Вот тут только не те сейчас продадим. Не, продадим воду, бобы. А нет, потом вот эту канитель продадим. Нет, все, все продадим. Давай продадим вот эти. Вот всякие не нужны. 978 патронов, 5,6. Нафиг. У нас вот основное оружие есть. Мы им пользуемся. Это что у нас такое? Улучшенный 5,56. Не, тоже продаем. Вот эти вот 9 мм улучшенные. Я бы их вот и оставил. А как их поменять? Сейчас, подожди. Где у нас дядька? Вот, смотри. Вот, 9 мм улучшенные. Хоп. Вот так вот. Есть, хорошо, эти нельзя трогать, эти нам нужны. 7,62. У нас есть? Ух ты, у нас в сундуке есть улучшенные... Или что? Подожди, транспорт. Это не то. В сундуке. Зачем нам сундук? В рюкзаке. В сундуке. А, вот, господи, вот он сундук. Давайте возьмем ракетницы, конечно. Вот, ракетницы мне пригодятся. А здесь у нас хпшка еще пока ничего не открыто, да? Ладно.
Идем дальше. Где у нас там задание? А, нет, знаешь, мы идем на карту сокровища, сходим. Так, случайная встреча. 20 ящиков. Избежать встретиться. Конечно, встретиться. 20 ящиков. Фига себе. Продолжить. Вот, у нас есть 20 ящиков. Открываем, смотрим. Так, пусто. Даже если ящик взорвется, то ничего страшного не будет. В принципе, у меня здоровье 135. Сейчас посмотрим. Видишь, нормально все. О, патроны берем. Так, где мы что? Не открыли. Ну давай вот эти сразу здесь по периферии пройдемся. Сразу заберем. О, кусок железа. Спасибо. Дальше. Вот еще у нас здесь есть. Пусто. Вот здесь еще что у нас сейчас? Взрыв будет. Нет, нифига. Тоже пусто. Здесь. Пусто. 20 ящиков. Пусто, нифига нету. Вот здесь сейчас посмотрим. Пусто. Пусто. Так, а этот у нас будет взрываться, да, стопудово? Вот этот сейчас взорвется. Нет, не взорвался. Странно. Какие-то у нас есть со взрывчаткой. Пусто. Нету ничего. Здесь посмотрим сейчас. Ага, взрыв был, ладно. Хорошо. Так, эти мы все проверили. А ну точно проверили? А ну. А этот мы не проверяли. Ага, тоже с ловушкой, ладно. Так, смотрим. Вот здесь еще смотрим. Не смотрели. Пустой. А, ну и эти, в принципе, все пустые. Ладно, отправляемся дальше. Карта сокровища, Тим. Идем. Будут ли здесь зомбаки, я не знаю. Да. Ё-моё. А, смотри, подожди. Сейф сразу откроем. Раз. Два. Три. Ай-яй-яй. Четыре. Пять. Монеты. Патроны. Гранаты. О, нифига. Гранат у нас много. Есть. Раз. Два. Три. Есть, готова птичка. Теперь эта птичка вдалеке. Попробуем ее убить. Раз. Так, этих сразу тоже. Да ё-моё, птичка. Алло. Есть. Птица готова. Так, вы, ребята, тоже. Быстренько отсюда. Вот, основное зомбарьё. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Даем. Сейчас я попробую другим оружием. Это лучше у меня. Ладно, не будем их тратить особо. Сзади все чисто, все нормально. Ну вот осталось вот этих зомбариков. Убить и все. Ух ты, мимо. Тихо, тихо. Не кусайся. Все готово. Убил же, да? Все нормально. Идем дальше. Так, а здесь у нас радиация. Радиация. Так, отдыхай. Тут ничего нет интересного. А здесь интересно, есть зомбаки или нет? Вау-вау-вау. А тут-то зомбаков куча. И у нас харькающий есть. Раз, два, три, четыре, пять. А, 5 ударов ему не хватает, ему надо больше ударов. Раз, два, три, все, готов, отлично. Так, Каркуша. Каркуша у нас не поняла, что я в нее стрелял, да? Есть. Да ё-моё. Перезарядка. Есть, одного удара. Так, вот эту теперь. Да ё-моё, смотри, сколько я на него патронов-то извел. Ладно, давай вот этих ребят гасить. Когда Каркуша поймет, что я в нее стреляю. О! Поняла, Каркушечка летит. Молодец.
Есть. Надо мне ее в голову прям попасть. Не знаю. Блин, смотри, она слишком близко подлетает. Ладно, давай, так вот. Достала меня. Все. Отдыхай. Дальше. Зомбачье. 28. Нифига, а что так патронов мало? Это у нас типа улучшенные, их вообще уже мало патронов. Офигеть. Где у нас? Подожди секунду. 23, 61 и 5 тысяч с чем-то. Да. Это сколько здесь миллиметров-то? 7,62. 7,62. Ладно. Меняем оружие на лопату. И начинаем копать местность. Начнем отсюда. Потихонечку. Вот так вот. И у нас где-то здесь сокровища спрятаны. Не знаю, сколько там сокровищ. Купил я карту за 1000. За 1000 монет. Вообще интересно. Сколько там будет денег? Ну, за 1000 монет я ее купил. Давай сейчас тут раскапываем. Самое интересное, неизвестно, где находится сундук. Давай копаем. О! Немножко. Ну, прям много уже раскопали. Смотри, нету еще, да? Давай. Копай, копай, друг. Копай, дружище, копай. За 1000 монет мы купили карту. И интересно посмотреть. Выгода есть какая-то от покупки этих карт? А, вот, смотри, все, нашли. Нашли сундучок. А 2200 монет. Получается выгодно. 2200 монет. Ага. Получается, сундук ровно посередине лежал. Что ж. Что у нас здесь интересно? Ничего интересного нету. Так, а ну-ка, что я хотел здесь? Какие нам дали патроны? Нет, дали те патроны, которые нам нафиг особо и не нужны. Ладно, возвращаемся тогда. Так, это у нас... А, неправдоподобные союзники, смотри, у нас есть. Ладно, это у нас задание от мэра. Сейчас быстренько продадим железо, все, что у нас есть. Что у нас здесь интересно? А, вот рюкзачок заходим и продаем. Да, вот эти вот куски железа. Все, мы продали. Вот эти вот патроны 7,62, они нам нужны. Это у нас для нашей винтовки. Ну и, в принципе, 7,62. А ну-ка, вот. 7,62 улучшенные. 2,400. Давай купим их. Да? А подожди. А 7,62 я не могу их разве делать в этих своих... своей лаборатории. А ну-ка. Вот 7,62 есть. Но они обычные, они не улучшенные. Ладно, давай попробуем их создать. Ага. Будем их создавать. И, а в этом доме у меня патроны разве не создаются? Стол для оружия. Создаются, вот они. 7,62. Ячейки. Давай купим ячейки сюда. Вот, 3 ячеечки мы купили. В принципе, больше денег у нас нет. Здесь будет 7,62. Ладно, пусть 7,62 используется. Хорошо. Ну что ж, на сегодня будем заканчивать серию, дорогие друзья. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч в новых роликах.